Добрый день, с вами канал Малорама, третий фрагмент пятой серии сериала «Три сестры». Тюркани согласилась на развод с Самером. Самер из-за этой неожиданной реакции очень разозлится на Тюркан. Тюркан перед лицом гнева и молчания Самера примет решение. Вот только она поймет, что теперь для нее все пути закрыты в отцовский дом. Рючхан, оказав давление на Тюркан, добьется того, чтобы они не развелись с Самером. Однако это ее не успокоит, потому она узнает, что у Мине есть очень большой козырь, который свяжет ее с Самером. Чтобы предотвратить это, она примет меры. Это еще больше настроит Мине против Самера. Дунюш пойдет на жертву ради своей подруги Дилек. Вот только это вызовет большую проблему между Ней и Дерьей. Несрин поведает, что Дунюш не родная дочь семьи Календер, поэтому ей нельзя сближаться с Сердаром. Самер говорит матери Рючхан, что Тюркан гордая девушка, и если она знает о Мине, то сама уйдет из его жизни. И так он долго молчал, чтобы не расстроить бедную девушку, но теперь кажется, у нее есть право знать всю правду. Тюркан, все еще не теряя надежды на любовь Самера, начнет искать другие решения. И путь, на который она вышла в поисках любви Самера, приведут ее к дверям Мине. Расскажет ли Мине правду Тюркан или же это сделает Самер, увидим в пятой серии сериала «Три сестры», которая выйдет 22 марта в 20:00 на телеканале Ди. На этом на все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!